Итак, друзья, всем привет! Мы снова голодаем в офисе. Появилась новая доставочка еды delivio.by. И сегодня мы попробуем заказать эту еду. Обещаю доставить за 30 минут, и мы устроим с тобой батл. Закажем по отдельности, кому быстрее привезут, кто ты выиграл. Компьютер мне не понадобится, я с прилаги закажу. А я с компьютера закажу. Я обещала заказать по приложению. Я его уже установила. Вводим свой адрес. При заказе, кстати, не забудь указать промокод SLIVKIBY, чтобы получить бесплатную доставку. А я закажу что-нибудь азиатское, например, майтай я где-то здесь видела. Для чистоты эксперимента мы включаем секундомер, чтобы знать, через сколько к нам приедет еда. Сколько? 21. И пока мы имеем только голодный желудок. Теперь смотрите, маленький секрет, не только мы ждем доставочку. Мария встретила курьера 29 минут, полчаса. Еда приехала к нам действительно горячей. Это мой Карл Джуниор. Господи, тут... И вот здесь, пожалуйста, майтай весь тепленький. Напитки, кстати, холодненькие. Все топово. Деливио, лайк. Может, вы этого не знали, но... Здесь сумки с подогревом, походу пауэрбэнк, я не знаю, что это, проводочки, короче. Don't show up, don't come out, don't start caring.